Всем привет, вы на канале Творчество Кыргызстана, и сегодня мы будем смотреть Скибиди Туалет 67-ю серию, погнали! И, кстати, ребята, если что, я это видео смонтировал, в общем. Так, мы видим здесь выживших, я честно думал, что все агенты убежали. Да, оказывается, не все убежали, те, кто убежали, я думаю, они главные герои. Я просто, ребята, новичок, который начал интересоваться Скибиди Туалетом. Это что, ученый? А, или нет? Хотя, не думаю, что это ученый. А, нет, это не ученый, но... Интересно, а он телепортировался или он из-за... Как там? Или не телепортировался? Это спикер? Камерамен? Вы же были захвачены, как вы убежали, интересно мне? Да, я, ребята, знал, что... Ну, у меня было два варианта. Я думал, что он улучшится в три раза. Или будет драться как Оптимус, как ему отрубают руку, ноги и т.д. Правда, ногу Оптимуса не отрубляли. Правда, у руку, конечно. Ну, я, в общем, знал, что он будет драться как Оптимус, где ему отрубают руку, в общем. Так, мне интересно, а как они вообще убежали? Ведь мы же видели 66-й серии, где их поймали. О. Мегамозг. Это что, Титан ТВ-мен? А, не, это ученый. Жалко, что это не Титан ТВ-мен. Я думал, что это ТВ-мен. Так. А, интересно. Ребята, если вы знаете, как они убежали, то пишите в комментарии, как он убежал. Короче, ребята, у меня для вас есть одна новость. Короче, мой друг Рекси Эдит попросил меня сделать обзор или реакцию, я не знаю точно, сделать его мини-сериал, то есть пародия на Скибиди Туалета. То есть одна пародия его друга, а одна это его же пародия. Только вот он просит меня сделать обзор, да и в Телеграме он меня спрашивает сделать обзор. В общем, я с ним договорился. Я ему говорил, что планировал делать реакцию на Скибиди Туалета. Если это видео наберется 1000 просмотров, то я сделаю. А если нет, то хз, надо подумать. Так вот, сейчас я подумал. Если это видео до 3 недели наберет 1000 просмотров, то я сделаю. А если нет, то не сделаю. И, короче, надеюсь, что... Эти 3 недели это видео наберет 1000 просмотров. Ну что ж, друзья, а на этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.